не, просто няма часу, а хочется обысці ўсе не районы, ну, але хотя б ну нейкія арэалы існавання той ці іной кухні. Таму я хацеў бы пераскочыць на захад Беларусі, дзе літоўскі, польскі ўплыў на кухню вельмі значны. І вось там мы ўжо казалі пра цыпеліны. Цыпеліны гэта таксама, між іншым, гэта вось гэты спосаб, калі цыпеліны з такой картофельнай масы, яны ж рыхтуюцца, калі картофельную бульбяную масу. Яе трэба аджаць спярша, яе трэба аджаць, і потым з гэтага атрымліваюцца цыпеліны. Ну, крыху мукі дабаўляюць туды, хто дабаўляе, хто не. Але гэта таксама з яўрэйскай культуры, вось гэта аджыманне цёртай бульбы. Ну, тым не менш, у Літве таксама было шмат яўрэйскіх мястэчак, і таму не дзіва, што гэта на захадзе практыкуецца. Але заходняя культура беларускай кухні, яна ж усё ж больш звязаная з мясам, з вантробамі і каўбасная культура. Я б яе так называў. Гэта польская традыцыя сапраўды карыстацца не толькі мясам, але ўсім тым, што ў Европе проста выкідаюць. У Расіі гэта ішло, ну, у самыя танныя корчмы для бедных, але вось гэтая культура ўжывання вантробаў, яна польская сапраўды, і яна перайшла на заходнюю Беларусь, і таму вось такіх, усё зноў такі не ахапіць, але такіх два напрамку, гэта так званыя флякі, ты, здаецца, ведаеш, Татьяна? Ведаю фляки, але для моей местности это полдневый заход Минской области, ну, где я народилась, не там, где живу. Это не традиционно фляки. У нас там робят кровянку не смачную, у нас робят салтисон так званый, это вовле вот то, что для меня просто вот детство знакомое. Я памятаю, калі ўпершыню у Мінску адкрылася польская рэстарацыя Ванда. Яе ўжо ці яна ёсць, яе ўжо няма, я не ведаю. Няма ўжо, так? І мы прыйшлі ў гэтую Ванду і кажам, а вось такое блюда, як флякі. Можа, вы нам яго прапануеце? Афіцыянтка так паціснула плечамі і сказала, ну, я магу прынесці, але, здаецца, вы яго есці не будзеце. Мы запыталіся, што гэта такое, але я еў флякі і розныя флякі на захадзе Беларусі. Самыя цудоўныя флякі гэта з мелка нарубленых страўнікаў. У нас прадаюцца флякі і ў замарожаным выглядзе, і такі вось не замарожаны. Ну, карці, прадаюцца ў крамах, але я іх не купляю. Вось моя сестра, адна з моїх сестёр, яка прожила вельмі шмат у Польшчы, калі яна прыїжджае, яна заўсёды прывозіць флякі. Але вот тут набывае. Это для яе звыклая ежа. А я не магу. Я все-таки настолько доўга жыла 10 на Захадзе. Я маю на увазі ад Мінска. Ёсць некалькі спосабаў ўжывання флякаў, але я кажу, што самыя, здаецца, смачныя флякі гэта якія такія з мелка рубленых страўнікаў, і пад такі соус да іх падаецца яшчэ, ну, ён на муке таксама зроблены, але соус павінны быць вастраваты. І тады неяк, ну, няма такога адчування, што гэта такая чыстая вантроба, але у флякі ідзе ўсё, здаецца, ўсё тое, што можна дастаць з той каровы, гэта ўсё ідзе на флякі, і, ну, нічога. Калі гаспадыня сапраўды ўмее гатовіць, калі гэта ўжо ў традыцыі з вёскі, той, у якую вы заехалі, гэта смачна вельмі. Ну, і вось ты казала пра колбасу, про колбасу з крыві. Як у вас її, з чим яна? Ну, буває, по-розному робить, буває робить, ну, додатково додають там перловку яку-небудь. Але у нас вільно розповсюджені просто страви з крові. Скаліколі з кабана, крові смажиться на пательні,
Даешься потом петрушки молока, забеливается, это все так перемешивается, ну, натурально там соль, перец и меньше, и додается цибуля. Отрывается очень смачное такое вот густое блюдо, и его, ну, страва, которую едят с вареной бульбой, або с хлебом и лыжками. Лыжкой накладывается, ну, альбо там, и когда я в Минске ехали, у нас, ну, мои свояки были еще живые, висковые, и они в Заходу Минской области передали мне много этой крыни, и я в Минске начала про своих городцебрах, минчуках, минчанах это робить. Так само была моя собрюка с Полоску. Ну, я на это бачила первый раз, и они там падали в обморок. Я до того, мы покупали их, ну, все это я приготовала, отварилась бульба, и я их посадила за стол, достала там восковой самогонки, восковой колбасы, восковой капусты не достала, теперь мы будем есть. Вот, вот у меня сейчас по ходу дела, я вот все собираюсь задать вопрос, но не хотел вас прерывать, но Татьяна тут упомянула кое-что, которое мне как бы интересно, все-таки я тоже там и проездил, и, собственно говоря, там, где я работал, я полгода из года был в командировках, и это, естественно, были командировки на селе. Ярослав, вопрос к вам. Мы все что-то пройду. Как насчет питья? Существенное и необходимое дополнение к еде. Во-первых, на сухую есть, как говорится, сложно. Ну а Беларусь, она славится определенными напитками, которые называются в простонародье самогон. Как вы к этому вообще-то относитесь? Ну, я не имею в виду, как в качестве там зеленого змея, а как оно действительно настолько известный напиток, особенно в Беларуси. Насколько я помню, вот был в Старых Дорогах, в том районе, и вот стародорожская самогонка считается чуть ли не самая лучшая самогонка в Беларуси. Ну, не знаю, как за пределами. Так, Татьяна, кто починает? Хочу сказать одразу. Я так коротко почну. Татьяна, ну, она специалист, она же из Беларуси, да. Нет? Мои предки были специалистами, и житнёвка, буракоўка и еще разные назвы, это все назвы самогона, которые робятся из разных продуктов, там, буракоў, жита, из бульбы так само не робят. Я хочу сказать одно, что когда самогон правильно зроблен, самогонка правильно зроблена, то от нее навык нема того, что зовется, как это, отходняк, да, я вот не пью. Да. Это называется и отходняк, и по-другому. Да. Нет, так вот. Ну, это то, от чего не болит потом голова. Коли, конечно, пить это все не бедра. Ну, я вам скажу так. Почаставшись, здаецца, усім беларускім самагонам, які толькі ёсць у Беларусі, я ведаю першае. Гэта як быццам бы закон. Сапраўдны самагон п'е не ў галаву, а па нагах. Сапраўдны самагон п'е па нагах. Пры сапраўдным самагоне ты атрымліваеш нейкі кайф, ты забіваеш ежу, жирную ежу. Тут без самагону ніяк, асабліва недзе ў палесце, калі цябе прыносяць патэльню з мачанкай і з блінамі. Ну як там без самагона? Гэта ж просто чысты халестэрын. Гэта ж кашёнства. Ну так, нельга без самагона. Такой сапраўдны самагон, гэта калі у цябе не захістаецца язык, калі ты размаўляеш, калі ў цябе свежая галава, а потым за стала ты ўстаць не можаш. Такі самагон, найідэальнейшы самагон, я піў у Белавежскай пушчы. У Белавежскай пушчы побач з віскулямі, дзе развалілі Савецкі Саюз, у іх там свой цэх. Так, наверное, потому и развалили. Да, потому. Приехали главы. Ноги эти головы не працавали у той момент, я не ведаю. Але, вот побач с вискулями там у лесе, там у них такий цех, и они гонят эту самогонку. Самогонка, так скажем, ну, градусов 70, 65-70, а маль что спирт. Чистейший продукт, чистейший. И вот мы сидим за столом, и я, что отбывается такое? Мы пьем, не бере, як, 70 градусов и не бере. И потом мы разумеем, что никто не может устать.
дякую Богу водителей не пили. Нас у всех так нас у всех загрузили, и у нас все, у нас все. Мы все разумеем, але нічога зрабіць не можем. Вот это сапраўдная самогонка. И зразумела, раніцой усё цудоўна. Ніякіх эфектаў, але гэта не па ўсёй Беларусі так. Да, старажытная гэта сапраўды такая штука, якая і чыстая, і яна мае свой спецыфічны густ, ну як віскі. Як віскі. Ёсць нейкія такие, ну я не ведаю, как прыкметы, по яких стародорожскую самогонку заўсёды можно адрозніць от любой іншай. Я не ведаю, чаму яны такой вкус добиваются, такого вкуса. Може, яны, ну там только житнёвка, по-першее, там з бураков яны нічого не робяць, там только житнёвка. Може, яны неяк змешваюць жыта, може, яны неяк забразваюць, бродзіць у іх по-іншаму. Але, да, стародорожская самогонка, потому что яна адрозніць от всего. Але гэта не па ўсёй Беларусі. Я скажу так, нехта бярэ чысцінёй самагонкі, нехта бярэ тым, што настойвае вось на розных травах, усё ж такі зуброўка пайшла менавіта з Беларусі і Польшы, ну, скажам, не з Беларусі і Польшы, з раёна Белавежскай пушчы, дзе гэта трава расце, там яшчэ расце такая трава, вельмі цікавая, яна завецца кадзіла сармацкая. Мы гэта кадзіла сармацкая збіралі на нейтральнай паласе, у нейтральнай зоне, на польска-беларускай мяжы. Яна расце такімі кустамі, шырокімі лістамі, але запах ад яе неверагодны. Просто кадзіла сармацкая, ім карыстаюцца ў другім беларускім напоі, які завецца белавежская, так і завецца настойка белавежская. І вось там кадзіла сармацкая, як адзін з элементаў, але настолько белавежская, яна ж павінна ў некай тары дубовай пабыць, пасля яе разліваюць. Ну, вось на гэтым таксама можна настойваць. І ў кожным раёне ёсць свой шлях выраблення вось гэтых вот настоек. Ну, зуброўка гэта самая вядомая. Ну, Ярослав, тут уже не остается никаких сомнений о том, что вы, конечно, специалист по изготовлению и самогонки в том числе. А скажите, вы сказали, вы собирали. Вы собирали это, вы лично собирали, что ли? Я збіраў, здымачная група наша. А. Нас прапусцілі праз кардон, і вось там, дзе пачынаецца так званая кантрольна-следавая паласа, там яшчэ кусок леса. Кусок леса, у які ніхто не заходзіць, які ніхто не кранае. Гэта зона пакоя так званая. І там гэтай травы многа. Яна занесена ў красную кнігу, але вось там яе можна проста венікамі рваць. Мы так венікамі і нарвалі. А што такое венік гэтага кадзіла сарабатка? Когда калі один листик на литр, и гэта настолько уже пахне іншим пахом. Ну, то есть получается, что это какая-то эксклюзивная вот такая настойка. Ну, не знаю, как насчет зубровки, а вот как-то в один из моих приездов, их всего, правда, два было за 24 года, но я покупал, помня о том, что Беловежская – это как бы торговая чуть ли не марка, вот этих напитков. И они там какой-то, я уже забыл, какой там завод, который производит это. И там, прямо там продаются они в специальной там упаковке, очень красивые такие коробочки такие. Но это специфическая, в общем-то, настойка, специфическая, не знаю, специфический напиток, который отличает от других спиртных напитков. Правильно или нет? Ну так, это такая трава. Это благодаря вот этой вот траве, да? Не только ей, але яна як один из элементов там, з основных элементов. Гэта толькі ў Белавежскай пушчы можна знайсці, таму вось яна Белавежская і завецца. Бо я не ведаю, дзе яшчэ раз кадзіла сармацкая. Вось такія справы. Але ёсць і дрэнны вопыт. Дрэнны вопыт беларускай самагонкі. Я адрас адразу кажу. Гэта, прасіце, ваш дрэнны вопыт? Мой дрэнны вопыт із дымачнай групы нашай. Гэта адрас, таму што ў нас зараз забаронена гнаць самагонку, і гэта караецца крымінальным кодэксам. Так што ніхто ўжо не гоніць
А я только хотел предложить, мы сейчас сделаем какую-то бесплатную рекламу всего этого. Я думал, что вот бесплатная реклама, она не может быть, во-первых, бесплатная, во-первых, а во-вторых, если уже мы делаем рекламу, так давайте уже брать, скажем так, платить нам все равно никто не будет, ну, прямо натурой, товаром, так скажем. Татьяна прямо там на месте находится, оказывается, это заборонено. То есть это не сработает, а жаль. А я вам скажу, что есть не только самогонка и крупные, как я сказала ранее, есть разные уникальные рецепты винных напоев из белорусской садовины, ликерные продукты. А разве вино в Белоруссии как-то, я не помню, чтобы там особо котировало, ну, беловежское, это я знаю, Зубровка, это понятно. В Белоруссии откуда? Это видно уже у... На узровень гандлёвых марок, брендов, тому это и вядома. Да. А вот мне, допустим, из Америки сёння приехали мои сябры, якія самі з роду радзівілаў, і ў іх яшчэ часоў радзівілаў у сям'і захоўваюцца фамільныя рэцэпты віна. З розных ягад, Беларусі. Я калі бываю ў іх гасцях, з задавальненнем кожны раз каштую, але рэцэпты яны нікому не даюць. Ну, слухайте, есть еще традиционное яблочное вино, якое заусёды было у Беларуси, я кольки памятую, як яблоки собрали, так поставили, оно где-нибудь уже до снежня, чудовное вино. И есть еще один напой, его, может, забыли, с таким смешным названием карампампуля. Это водка с медом. Але там треба змешивать, треба ведать, як змешивать водку с медом, каб карабамбуля атрымалася. Але гэта цудоўнейший напиток. Гэта смачна настолько, что... Але вельмі небяспечны напиток, бо его можна пить, и ты не разумеешь, сколько ты его п'ёш. И он такі ж моцны, як водка, а п'ецца, як, ну, я не ведаю, так. Салодзенький такі напойчик. И потом ты не разумеешь, сколько ты выпил. Гэта небяспечны напой. Я там был, мед, пиво, пиво. А вот мы говорим про спиртные напои, моцные. Я разумею, что, напевно, это цікаво и нашим шановным ведучим, и аудитории. Да, да, особенно ведучим, да. Я уже не помню, сколько не пью. А вот хорошо, не надо о крепких напитках. Но вот я помню о том, что беловежское пиво, это действительно было пиво. А сейчас какая-то Балтика, опять же. Ну, не какая-то, я со всем уважением к Балтике, допустим. Но я не помню, что было такое пиво, которое так настолько котировало, скажем, как белорусское пиво, жигулевское пиво. Оно было, по-моему, известно по всему Советскому Союзу. Ну, кто почне? Я пиво не особливо пью. Так, да, конечно же, Ярослав. Я просто хотел сказать, когда я съезжал в Америку, мы навык провели несколько пивных фестивалей у Беларуси, потому что завод Крыница, и он тогда, вот, это был такой период, я не знаю, как зараз, может, Балтика все и забила и российским пивом, але тогда пиво Крыницы лечилось, ну, вельми... цудоўным і якасным півам. І вось на базі Крыніцы мы праводзілі піўныя фестывалі, прыїжджалі з Еўропы, прыїжджалі вядомыя піўзаводы. Таксама на гэтыя фестывалі мы здымалі праграмы з гэтых фестываляў і выступалі, ну, як аднімі з арганізатараў усяго гэтага. Але, самае найлепшае піва, якое я бачыў у Беларусі, гэта піва Рэчыцкага піўзавода. Вось што яны там зрабілі, я дагэтуль не ведаю, як у іх атрымалася такое якаснае піва, ну, як у Германіі, здаецца. Як у Германіі, але са сваім спецыфічным густам і з такою, ну, яно асобна стаіць у параўнанні з любым другім півам у Беларусі і дзе яшчэ ў свеце. Я не ведаю, так атрымалася. Можа, зараз рэчыцкі піўзавод ўжо не вырабляе такое піва смачнае, але гэта было найлепшае піва ў Беларусі, якое толькі можна было знайсці тады. Гэта канец 90-х гадоў быў. Вот такая справа. Да, и я, каб завершить алкогольную тему, все ж про дрэнный опыт, сразу назову адрес. Гэта Вілейскі район.
где самая дрэнная самогонка у Беларусі. Самая. Мне заўсёды падавалася, што ў Вілейскім районе яны бяруць не якасцю, а колькасцю. У іх самогонка, ну, так, градусаў 25-30. Можаце сябе ўявіць, што гэта за гадасць, да. І яны ее так п'юць, ну, так, по 2 літра, по 3 літра на чалавека. І такім чынам, можа, яны працягваюць сябе вечар, таму, щоб адразу не напіцца. Але гэта страшна. Гэта страшна, вось гэта тое, што піць не трэба. Яна і не надта чыстая, і піць яе, ну, просто цяжка, здаецца. І запіваць неяк не запіеш, бо самагонкай пахне, гэта ж не віно, якое там будзе 20-25 градусаў. І вось такі дрэнны вопыт, гэта Вілейскі район. Ну, што? Я хачу сказаць, Слава, што я вось хацела пагаварыць пра розныя рэцэпты кваса, але мне хочацца найперш сказаць, што алкагольная тэматыка ў кантэксце сучаснага беларускага жыцця гэта вельмі сумная тэма, таму што мы перагналі Расію ў сусветным маштабе, ў сусветным рэйтынгу. Беларусь самая пітушчая краіна свету. Оу, я не веду. Чыста да. Спірта на... То есть выполнили лозунг «догоним и перегоним». «Догоним и перегоним», так, на душу насельніцтва, уключна з грудными младенцами і глибокими стариками, мы перагнали Расію. Тому это сапраўды наглядно бачно, вельмі шмат людей, особливо мужчин, співаются. Это сапраўды бачна простым вокам. Вот я тут живу і змагу вам сказаць, што это вельмі бачна, то, што я гаду. Беларусь співаецца ад бесперспектывы. Ну так што, мы да квасу ці да паўднёвай кухні, бо гэта асобная тэма. Ну, квас, кстати, я помню эти квасныя бочкі па 2 копейкі і па 5 копеек. И когда я приехал сюда, я очень жалел, потому что были квасовые концентраты. Я помню, я брал 5-литровую банку, и я сам делал этот квас. Он был гораздо вкуснее, кстати, чем любой магазинный квас, и даже чем из этой бочки. И вот, когда я приехал сюда, не было кваса тогда еще. Сейчас, правда, есть, но, конечно, он не сравнится. Я уже забыл тот вкус, но помню, что это было очень вкусно. Ну, поэтому я так предлагаю, что белорусский квас – это действительно, ну, произведение было. Я не знаю, как сейчас. Ну, а вязковый квас, Татьяна, как зараз? По-перше, про городский квас. Бочки с квасом есть, они никуда не поделись. Их стало меньше, чем ранее, и за мест 2,5 копеек советских, они каштуют, там, не памятую, уже лето кончилось, и 3 тысячи, и 6 тысяч белорусских рублей. Ну, того, это недорого. Квас не такие смачные, как в Советском Союзе в моем детстве. Але, ну, бочка на бочку не приходится, не припадает. Вот. У нас зараз за городом, на вот, у вёсках, там, где место массового отпочинку людей, з'явились такие бочки с квасом. Вот, допустим, на водосховище Яча, коли у нас было спекотное время лета, 30 до 35 градусов, и люди, и до 37, что я кажу? Лето год до 37. Я заўважыла, што нават за горадам, там, дзе людзі з горада выязджаюць адпачываць, ўжо з'явіліся такія бочкі з квасам. А канцэнтрат таксама прадаецца, але это ўсё хлебны квас, ён, ну, не толькі хлебны, беларускі вырабляюць дома і хлебны квас, і квас з бурачкоў, і з ізюмам нейкія квасы. У нас вельмі шмат і з мёда, ёсць квас на мёду. І, дарэчы, прадаюцца напіткі просто вот в пластиковых бутылках, як лимонад вот продается, як минералка, продаются разные виды кваса, есть бренды, квас хатний, квас, ой, могу запытаться у сына, я забыла, как какие названия, сын у меня аматоры там этих квасов. Старожитный вот мне тут подсказывает Станислав, вот, и короче, их не шмат, просто я не вельми памятаю. У нас зараз квас лечится таким вот популярным напоем. Это мы еще не приехали в вёску, не поглядели, что робят там, потому что там робят квасы из кленового сока, из берёзового сока, и еще из нечего. Вельми, коли спекотное лето, коли вельми жаркое такое спекотное надворье, то завсёды самое лепшее это в этих квасах.
Ну, з бярозавага сока гэта асобная справа, таму што ён добра закісае, але гэта хутка трэба піць. Ён такі сезонны квас да лета яшчэ. Бо калі дабылі сок з бярозы і паставілі яго пад квас, яго трэба, я не ведаю, ці закатаць потым, каб ён пастаяў, ці трэба хутка піць, бо ён так дзень-два, і гэты квас ужо перастаяў, калі ён перастаяў, ён такі белы і плотны становіцца і вельмі нясмачны. Таму бярозавы квас гэта такі сезонны, і ось дзень-два, і ён закіс, яго трэба хутка выпіць і ўсё, бо потым гэта ўжо будзе не квас. А можна яшчэ на такіх квасах сокаў робяць тое, што завецца акрошкам в Расіі, да, па-руску? Ну так. Называецца у нас холодник, ці просто нават словом квас так і называюць. Калі зеляніна крышыцца, яйка, дабавляюць сметану альбо кіслае малако і ўсё гэта. І, дарэчы, у кавярнях беларускай кухні...